примерно вот плюс-минус ваш вариант. Поэтому максимально стараться, чтобы был острый угол. Потому что вот у тех, которые спортсмены, то есть мы на этот, на первый даже практически вообще не смотрим, потому что этого уже нет. Значит, это один штрафной балл. Один штрафной балл, это 15 секунд вам плюсуется. Далее. Наклон корпуса вперед больше наклона передней палки. Что это значит? Это когда у вас излишний наклон корпуса. Просто в практике в моей было, у меня одна коллега, она ходила, ну, очень согнувшись, прям вот, ну, вот так, я понять не могла, думаю, что с ней все время происходит. Сейчас неплохо. Нет, у вас все нормально. Значит, просто опять же имейте в виду, что когда мы ходим, ну, когда мы идем вот просто где-то, у нас у всех осанка ровная. Как только мы переходим на спорт, то есть у нас 3-5 градусов, это точно совершенно. Потому что, опять же, посмотрите, и бегунок.